покажет. Вон, вон, этот чумной доктор ходит, смотрите. Где, где, где? Я стреляю. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Логдог, ТНТ, King on Fire. Пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики. Мы играем сегодня в игру Roblox. Офигительный режим, который я нашел только что перед записью, называется SCP Roleplay. SCP-тики, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня играем за класс D, попытаемся сбежать или просто повыживать в этой зоне 51. Ребята, кто играл в этот режим? Нет. Никто не играл. Вообще первый раз. Так, Серега, давай будем смотреть, что здесь можно делать. Можно двери открывать. Давайте будем уже куда-то идти. Оружие купить. Я знаю, где оружие купить. Так, побежали. Такая музычка здесь очень прикольно играет. Очень прикольно. Хотел ее убрать, потом думаю, наоборот, пусть останется. Знаете, как антураж что-то добавляет. О! Алекс какой-то тут. Глок, у него можно оружие купить. Я про это не... Так, а деньги? У меня 5. У меня нету денег. Нет, 5, Серега, 5 денег, и ты можешь глок купить, как у меня. Я купил глок. О, а пока будем стрелять. Давайте я тоже куплю. О, я глок взял. Вон, надо этого кадета завалить, мне кажется. Вон, вон, этот чумной доктор ходит, смотрите. Где, где, где? Я стреляю. Да ну, нет, это стекло, Дим, это стекло же. Да вон чумной доктор стоит вроде бы, идите сюда. За мной, за мной, за мной. Это чумной додик. Это чумной доктор. Он там бегает за дверью. Надо по нему стрелять. Ну, Дим, это окно, окно, я знаю, это я проверял. Видишь, тоже заметил. Так, стреляй, да, по нему? Валите, валите. Открывайте дверь, он отзабочит всех. Убили? Здесь еще кто-то. Нет, он живой. Здесь какие-то волки, здесь волки какие-то. Блин, у меня что-то патронов мало. Блин, прикольный режим, непонятно ничего, но очень интересно. Тима, беги. А где вы? Я открыл, я открыл. Ай-яй-яй-яй, больно, больно, больно. Я текаю, Дим. Я попадаю по нему по спине. Он за мной бежит, Дима. Я попадаю по нему, что никто не стреляет? Глоки же купили все. Я попадаю, у него хп много, Дим. Да? Стреляем. А, это NPC, а не настоящий игрок. Он сейчас заберется. О, не-не-не-не. Ребят, здесь волк какой-то снизу, Дим. Вот здесь волк снизу. А, он за мной, он за мной, он за мной. Нет, он за мной, стреляйте по нему, я его отвлекаю. Вот это режимчик, сразу нам дали воевать с SCP-шками, это же круто. Кто-то по мне стрелял только что. Серега, а ты где? Я тебя не наблюдаю. А ты где? Я тебя не... На том же месте, где этот, бегает чумной доктор. Ну вот, я рядом с ним, вот. Стреляйте по нему, я его отвлекаю. А, вижу, да, ты с пистолетом, я тоже стреляю. Я в голову ему стреляю. И я стреляю в голову. Кровяша прям идет, когда попадаю. Красным. Светится. А может его нельзя убить? Можно. Не знаю. У него хп, наверное, много. Да, стреляем, стреляем, ребята. Стреляем, стреляем, мы его убьем. Я пока его отвлекаю. Он меня уже царапнул, ребята. А что это за собака здесь? Он залез! Он залез! Да блин, Серега, не пугай меня! Да как не пугать? Ребята, мы его заперли, все. Где? Мы его за дверью. Все, не открывай, а сейчас кто-то откроет же. Дим, мы можем... Смотри, тут... А что это за собак? Слизняк, слизняк! А это хороший, это SCP... А вон он опять пришел! Вон он опять чумной доктор стоит! Дим, здесь какая-то собака. Снизу. А, Серега, беги! Так, давай будем пытаться сбежать. Давай куда-то будем бежать какие-то... В двери какие-то, давай бежать, Серега, я тебя жду. Тут нужна карта, тут карта взаимодействия должна быть, так. Так, надо запомнить, Серегу, прическа, черные волосы, моднячие. Я еще в черных очках. Да, да, да. Я нам тоже, кстати. Нам надо как-то взломать ее.
А как? Надо карточку другую найти. Наши не подходят. А где другие карточки лежат? А, надо другой класс выбирать. Вот у нас один человек за научный отдел играет, вот он может открыть. А может мне взять ученого? Ты сможешь, Серега? Давай, попробую. А, я его загрел. Так, если научный ты возьмешь ученого, отдел. Ты сможешь нам открывать двери и выпустить нас? Не знаю, надо. Давай попробуем, давай. Серега, привет. О, да, мы, по-моему, вас сможем выпустить. Так, у нас есть нация, авторизировать что-то. А, авторизировать клавишная. Так, а где, Серега, а, тебе ждать? Не знаю. Давай я тоже возьму тогда ученого. Вон они. Мы, Дим, стой, мы к вам идем уже. А, все, давай, тогда жду. Скромник, где скромник? Закройте его. Ребята, где? Скромник, вон сидит. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, быстрее. За мной чуной доктор бегает. Серега, помоги. Помоги. Откройте, я не со скромником. Так, это ядерный... Открывай. Так, блин, Дим, тут столько... Я не знаю, где вы. Ну, сейчас найдем тебя. Вот вы. Во, а это я. Дима. Все, побежали. Куда идти? Дверь тебе открывать? Давай в диспетчерскую. Серега, давай, я за тобой, короче. Где диспетчерская у нас? Так, вот здесь. Во. Осторожно, тут чумной доктор бегает. Да пробежим его сейчас. Он... Вот. Давай. Опа. Вот так вот. Я за тобой. Нельзя. Нет. А кого надо взять тогда? Сейчас. А может там не сюда надо, а в другую какую-то комнату? Давайте в другие двери пойдем. Нет, нужна просто более высокая карточка. А чтобы более высокая карточка была, нам нужно... Серега, давай двери вот эти открывать как-то. Какие? Ты а вот эти двери нельзя открыть никак? Нельзя, нет. Блин, а какие можно открыть? Вот здесь что-то. О, открылось, я вижу. Меня подождите. О, тут SCP-шка должна сидеть. Примечание, чтобы SCP вступил в силу, вы должны оставаться в кресле в течение 10 секунд. Я хочу попробовать. Он сюда бежит. Он дерьми... О, меня ранили, я еле хожу. Ребят, есть какое-то примечание, нужно 10 секунд в этом кресле посидеть. Я скончался, пацаны. Так, возродился я. Это кто? Выйдите. Так, блин, как же нам теперь пройти эту карту? Серега. Дим, ты где? Я куда-то на лестнице поднимаюсь, идиот. Спускайся, я помню, куда идти, кстати. Он за вами вышел, ребята, у нас SCP сбежал. Бегу со всей силы. Да нафиг, надо бежать отсюда. Надо как-то найти выход. Я ищу SCP-шек нашел, сейфманов. Так... Так, пацаны, я к вам уже пришел. Ты к нам пришел? Практически нет. Ребят, я собачьи будки нашел. Так. Вот он. Все, я здесь на месте. Где вы? На каком месте? Ну там, где мы вот дверь вот, там, где мы воевали. Сюда бегу, сейчас, стой. Я бегу здесь, я здесь. Я помню, где вы. Тут невидимый SCP какой-то бегает, психопат. Серёг, я говорил, он сбежал. Там он дверь, сбежал, Дим, бежим. Куда бежать-то? Куда угодно. Вернемся обратно там, где откуда мы пришли. Давайте, мне кажется, так и надо. Я помню, куда идти. Все за мной. Давай. Я помню. Быстрее. Я помню, куда идти. Вот он тут прыгает, невидимый. Ребят, быстро бежим. Давайте сюда. Все сюда. Давай. Закрывай. Фух. Все. Давай прямо туда побежим, Дима. Вот сюда куда надо. Куда? Ладно, мы оттуда просто пришли. Да, там да, камеры. Давайте. Пойдем. Идем сюда. Серега, я тебя догоняю. Давай, догоняй. За нами идут, ребят. Кто-то. Вот это можно открыть? Ядерное взрывное укрытие. О, да, только тут тупик, не? Не. Не открывается. Я могу лазить, что ли? За нами сейф идет. Так, Серега, что-то не получилось. Открылось. Дим, у меня рация есть, мне с кем-то связаться? Давай, связывайся. Пытаюсь. Как она работает вообще? И что здесь? Тупик. Так. Это не тупик, это от ядерной боеголовки убежище. Да. Все, возвращаемся, зря пришли.
Ну знаешь, зато обработали. Ну да. Нам SCP невидимый. Да пофиг. Обрабатываем. Вот он перед дверью прям. Да, 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 вот он, как, блин, сейчас, сейчас... Бежи, бежи, Серега, просто бежать. Все, побежали, Дим, бежим, бежим. Я его видел. Ребят, тут скромник, давайте... Бегает. Может мне взять охранника, может у охранника... О, давай самого высокого. Там третьего вроде, а ну-ка, кстати, попробуй. Надо третьего. Я сейчас попробую охранника взять, отдел безопасности, вот. Давай я тоже возьму. Давай, Дим. Ты где? Ты взял? Нифига, да. Дима заспавнились. О, вот он. А систем 4, ребят. О. Пойдем. Во, ребята, другое дело надо было сразу брать. Да. Погнали. Мощь, побежали. Другой отряд. Вот сюда. Так, Серег, как ты думаешь, сможем убежать или нет? Да, думаю, сможем. Че бы и не, да? Взяли. Это что, мы на начало прибежали? Да. Взяли охранник. Ребята, я смог выбраться на улицу. Я один, никто из пацанов не выбрался. Я ходил-ходил по карте и все-таки смог. Офигенно. Здесь, короче, должен вертолет прилететь. Получается, для того, чтобы сбежать, надо еще вызвать вертолет. Поэтому, ребята, если понравилась эта серия, ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Это сейчас.